визит членов общественной палаты Московской области начался совещание в кабинете главы муниципалитета Валерия Венцеля, который рассказал гостям из области о том, какая обстановка сложилась в Видновской районной клинической больнице, какие меры районная власть предпринимает для решения этой ситуации. В формате открытого диалога присутствующие обсудили детали проблемы. Было организовано 6 ноября проверка со стороны Министерства здравоохранения Московской области. В составе комиссии, значит, мы со своей стороны попросили, чтобы в состав комиссии был включен наш общественный деятель, он же депутат районного совета депутатов, он же кандидат медицинских наук. Представителям общественной палаты Московской области было интересно посетить ряд медицинских учреждений Видного, пообщаться с населением и воочию оценить условия, в которых находятся пациенты. Вместе с членами общественной палаты Ленинского района они побывали во взрослой и детской поликлиниках, а также в центральной больнице. Какие-то есть еще проблемы в общем, в целом, по району, по взрослой поликлинике, по этой? Нет, ну, бабушка у нас. А бабушка скорая приезжает? Да, когда вызываем, приезжает. А ей 20-30 минут или 2 часа? Нет. Ну, вот 30-20 минут вот так. Ну, не всегда. Бывает, когда плохо ей. По итогам проверки в здании детской поликлиники состоялось заседание выездной комиссии Московской области по здравоохранению с общественниками Ленинского района и врачами Видновской районной клинической больницы. Гости из области рассказали присутствующим о своем видении ситуации со здравоохранением в муниципалитете и ответили на вопросы активных жителей. Если говорить про какие-то приоритетные такие проблемы именно для Ленинского района, в первую очередь хотелось бы отметить то, что, безусловно, не хватает несколько еще медицинских учреждений. Детская поликлиника, лучше две детские поликлиники. В новых районах хотя бы открытые, доступные амбулатории, да, где врачи общей практики. А второй момент – это кадры, кадровая политика, что делает муниципалитет с точки зрения того, чтобы приглашать на работу кадры. По всем этим пунктам администрация Ленинского района ведется постоянная работа. Застройщиков обязуют брать на себя социальную ответственность и строить в новых микрорайонах медицинские учреждения. Врачи оставаться, работать в муниципалитете привлекают хорошими льготами и социальными гарантиями. 17 квартир было предоставлено главой района. В этом году, в следующем году запланированы мероприятия. Очень большие мероприятия у нас по компенсации за аренду жилья. Мы ежемесячно по 15 тысяч компенсируем врачам, а их уже 60 человек. По результатам общественной проверки будет составлена резолюция с предложениями по решению проблем. А через месяц члены общественной палаты снова встретятся с жителями и врачами Ленинского района, чтобы обсудить эффективность работы по достижению назначенных целей. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.